Уже на протяжении месяца ставропольские водители могут менять права не только в ГИБДД, но и в многофункциональном центре предоставления услуг. О первых итогах новой услуги МФЦ рассказал замминистра эконом-развития края. По его словам, только за февраль центр выдал более 250 прав. Для работников МФЦ это весьма неожиданный результат. Ведь здесь для получения удостоверения нужно прийти в центр дважды. Сначала, чтобы подать документы, а потом просто забрать их. В ГИБДД эта услуга должна быть предоставлена за час. Несмотря на то, что там с 1 февраля только начали оказывать эту услугу, я думаю, что количество услуг будет очень большое, при том, что не во всех районах есть ГИБДД, там отделение, и поэтому мы эту услугу заведем на МФЦ полноценно, и мы сейчас прорабатываем вопросы, я думаю, что до конца года мы его решим, чтобы также в МФЦ оказывать эту услугу одномоментно. То есть мы сразу в электронном виде, пришел человек, отправили в ГИБДД, они обработали документы, прислали нам, мы тут же распечатали, у нас хранились бы бланки и выдали человеку также в течение часа. Кроме того, на пресс-конференции рассказали об итогах деятельности МФЦ за прошлый год. Так, для жителей края МФЦ оказал более 2 миллионов услуг. Это более чем в 2 раза больше, чем в 2015-м. Доверие жителей края к центру заметно выросло. Тамара Годомская, Александр Лукьяшко и Владимир Киташенко, АТВ «Ставрополь».